Друзья, привет! Хай! Приветствую вас на канале «Бесплатный репетитор». Мы с вами продолжаем наш наиважнейший плейлист, который так и называется. И впервые у нас с вами самостоятельная работа по неправильным глаголам. Но я, конечно, полностью соглашусь. I absolutely agree with you that it's really difficult. Что это действительно сложно, ведь эти неправильные глаголы, когда все вместе, все сразу, различные формы, вторая форма, третья форма. Поэтому сейчас будет дополнительная практика, а далее уже самостоятельная работа. Итак, значит, мы с вами сейчас делаем то же самое. Значит, также потренируемся, как раз потренируем формы в разброс, но будет еще по одному примеру в помощь, чтобы дополнительно же все закрепить. Итак, сказать. Say, said, said. Say, said, said. Он сказал что-то. Он сказал. He said что-то. Something. He said something. А как вы скажете, он что-то сказал? Он что-то. Будет так же. То есть something мы ставим после глагола. He said something. То есть он сказал что-то или он что-то сказал. Будет именно так. He said something. Писать. Write. Wrote. Written. Write. Wrote. Written. Он написал сообщение. Он написал. He wrote сообщение, a message. He wrote a message. Продавать. Sell. Sold. Sold. Sell, sold, sold. Они продали свою старую машину. Они продали. They sold свою старую, their old машину, car. They sold their old car. Мы с вами используем именно неправильные глаголы. Начинать. Begin. Began. Begun. Begin, began, begun. Эта встреча началась. Эта встреча, this meeting, началась, began. This meeting began. Приносить, bring, brought, brought. Это принесло ему успех. Это принесло ему. It brought him успех. Success. Success. Успех. Success. It brought him success. Say, said, said. He said something. Write, wrote, written. He wrote a message. Sell, sold, sold. They sold their old car. Begin. Began, begun. This meeting began. Bryn brought, brought. It brought him success. Преподавать, обучать. Teach. Taught. Taught. Teach, taught, taught. Она преподавала нам английский. Она преподавала. She taught нам us английский English. She taught us English. Ломать. Break. Broke. Broken. Их машина сломалась. Вдруг. Их машина. Their car сломалась.
Значит, помним, что ломать это break, а ломаться это break down. The car broke down вдруг, suddenly. The car broke down suddenly. Проводить, тратить. Spend, spent, spent. Spend, spent, spent. Я потратил слишком много времени на это. Я потратил. I spent слишком много. Too much time на это. On it. I spent too much time on it. Видите, too much имеет негативный оттенок. Too much. Если вы хотите сказать просто, например, я потратил так много времени на это, тогда можно сказать по-другому. Я потратил. I spent так много. So much времени, time на это. On it. I spent so much time on it. Летать. Fly. Flew. Flown. Он улетел за границу. Он летел. He flew за границу. Значит, помните выражение ехать за границу, это go abroad, без всяких предлогов. Здесь также по аналогии он улетел за границу. He flew abroad. He flew abroad. Без предлогов. Он улетел в другую страну. Он улетел. He flew в to другую страну. Another country. He flew to another country. Стать, становиться. Например, врачом, учителем. Become. Became. Become. Become, became, become. Он стал очень богатым. Он стал. He became очень богатым. Very rich. He became very rich. Она стала бедной. Она стала. She became бедной, poor. She became poor. Teach, taught, taught. She taught us English. Break, broke, broken. Their car broke down suddenly. Spend, spent, spent. I spent too much time on it. I spent so much time on it. Fly, flew, flown. He flew abroad. He flew to another country. Become, became, become. He became very rich. She became poor. Говорить, например, на каком-то языке. Speak. Spoke. Spoken. Speak, spoke, spoken. Они говорили по-английски. Они говорили. They spoke по-английски English. They spoke English. Класть, ставить. Put. 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 Put, put, put. Я положил это туда. Я положил это. I put it туда. There. I put it there. Встречать, встретиться. Meet, met, met. Meet, met, met. Мы встретились вчера. Мы встретились. We met вчера. Yesterday. We met yesterday. Чувствовать себя. Feel. Felt. Felt. Feel, felt, felt.
Он чувствовал себя очень плохо. Он чувствовал себя. He felt очень плохо. Very bad. He felt very bad. Стоять. Stand. Stood. Stood. Они встали. They stood up. И затем они сели. И затем and then они they сели sat down. They stood up and then they sat down. Speak, spoke, spoken. They spoke English. Put, put, put. I put it there. Meet, met, met. We met yesterday. Feel, felt, felt. He felt very bad. Stand, stood, stood. They stood up and then they sat down. Платить. Pay. Paid. Paid. Ты заплатил слишком много за это. Ты заплатил. You paid. Слишком много. Too much. За это. For it. You paid too much for it. Брать. Take. Took. Taken. Take, took, taken. Я взял его с собой. Я взял. I took его, him, с собой. With me. I took him with me. Бежать, бегать. Run. Ran. Run. Я побежал в другое место. Я побежал. I ran в to другое место. Another place. I ran to another place. Есть. Eat. At. Eaten. Eat at eaten. Я поел достаточно. Я поел. I ate достаточно. Enough. Я не голодный. I'm not hungry. I ate enough. I'm not hungry. And you? Are you hungry? Итак, стоить. Cost. 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 Это стоило 20 евро. Это стоило. Each cost 20 евро. 20 euros. Или больше. Вот или больше это фраза or more. It cost 20 euros or more. Можно по-другому сказать. Это стоило, например, 20 долларов или немного больше. Это стоило. It cost 20, 20 долларов, dollars или or. Вот как сказать немного больше. Это фраза. A little more. Запомните фразу. A little more. То есть мы с вами разбирали a little немного, a little more немного больше. Давайте по-другому скажем. Это стоило 30 фунтов
или чуть больше. Это стоило... It cost 30 фунтов, pounds или or чуть больше. Вот чуть это будет a bit. Больше or a bit more. It cost 30 pounds or a bit more. Соответственно, чуть меньше это будет вместо more заменять на less. Тоже очень полезные фразы. Вы просили расширять лексику, пожалуйста. Видите? Значит, it cost 20 euros or more. То есть или больше. Если или меньше, то будет or less. It cost 20 dollars or a little more. Можно сказать or a little less. It cost 30 pounds or a bit more. Запомнить, видите? A little more, немного больше, a little less, немного меньше. A bit more, a bit less. В принципе, у нас с вами эти фразы встречались, только видите, здесь у нас с вами с more и со стоимостью. Pay, paid, paid. You paid too much for it. Take, took, taken. I took him with me. Run, ran, run. I ran to another place. Eat, at, eaten. I ate enough, I'm not hungry. Cost, cost, cost. It cost 20 euros or more. Less, it cost 20 dollars or a little more. It cost 30 pounds or a bit more. Less. Мочь, уметь. Can. И прошедшее время от can это could. Could. Я мог делать это очень легко. Я мог делать это. I could do it очень легко. Очень very. Легкий, помните, это easy, а легко добавляем ли. Убай меняется на I, если нужно запомнить. Получается easily. I could do it very easily. Петь, sing, sang, sung. Sing, sang, sung. Он спел песню. Он спел, he sang, песню, a song. He sang a song. Покупать, buy, bought, bought, buy, bought, bought. Я купил это онлайн. Я купил это. I bought it online. I bought it online. Сделать. Значит, делать, создавать. В смысле что-то новое. Это глагол make. Made, made. Они делали так много ошибок. Они делали, they made, так много ошибок. Ведь ошибки исчисляемые, поэтому so many. So many ошибок, mistakes. They made so many mistakes. Делать, значение выполнять, do, did, done. Ты сделал это действительно хорошо. Ты сделал это, you did it, действительно хорошо. Really well, you did it really well. Can, could, I could do it very easily. Sing, sang, sun. He sang a song. Buy, bought, bought. I bought it online. Make, made, made. They made so many mistakes. Do, did, done. You did it really well. И еще в качестве бонуса дополнительная разговорная практика. Помните, у нас с вами было выражение «Я говорю по-английски,
намного лучше, скажем, в настоящем времени. Я говорю по-английски. I speak English намного лучше. Much better. Но можно сказать по-другому. Я говорю по-английски немного лучше. I speak English. Вспоминаем фразу немного. A little better. Сейчас немножко по-другому скажем. Я чувствую, что... I feel that. Говорю по-английски. Говорю по-английски. Опять мы с вами говорили, нужно подлежащее. I speak English. Чуть лучше. Вот чуть это будет a bit. Лучше. Better. Все полезные конструкции, что мы с вами как раз проходили. A little и a bit. I speak English much better. I speak English a little better. I feel that I speak English a bit better. My friends, thank you very much. Let's continue.